Здравствуйте, с вами канал «Вкусный огород» Барнаул. На своем дачном огородике выращиваем небольшое количество подсолнечника. Вот таких. В этом сезоне посеял на пробу сорт лакомка. Вот это сорт лакомка. Подсолнухи сажу для красоты. Мне нравится, как они растут, как цветут. И они защищают от ветров, создают неплохой микроклимат на участке. Посадил я их довольно поздно. Поэтому и поспели они тоже довольно поздновато. Ну, на всякий случай еще посмотрю, как выглядят семечки. Вот так вот отделим. Да, и семечки тоже, похоже, уже поспели. Все, сейчас буду его срезать. В основном вот эти семечки отдаю птичкам. Поэтому не вышелушиваю вот эти вот головки подсолнечника, а так оставляю, пока они подсыхают, а потом выставляю на улицу, и синички их с удовольствием, и другие птички их потом сами достают отсюда семечки и клюют. Ну вот этот сорт лакомка решил просто попробовать, уж очень мне его хвалили. Семечки шелушить очень просто. Что для этого нужно? Ну, прежде всего надо дать головкам очень хорошо просохнуть. Они у меня дома просохли очень хорошо, то есть видно, что уже все сухо. И поэтому сейчас можно очень хорошо шелушить. Ну, шелушить очень просто, способов тоже много. Поскольку у меня немного подсолнечника, я буду шелушить очень простым способом. То есть сначала разламываю головку. Ну, или разрабатываю можно. Вот так. Делаю это прямо на столе. Можно еще разорвать на кусочек. И вот так. Уже отсюда очень удобно, прямо руками, вот так вышелушиваются семечки. Поскольку головка очень хорошо просохла, они вышелушиваются очень хорошо. Вот такие вот семечки. Семечки у сорта лакомка очень крупные. Пробовать что не пробовал, но только вот сырые пробовал. Поэтому сейчас подсушу, часть я уже их собрал, подсушу и буду уже их, ну, немножечко поджарю. И буду пробовать, что за такой сорт лакомка, уж название больно у него симпатичное. Часть я уже семечек собрал. Немного раньше, вот они. Вот такие семечки у лакомки. Эти вот, они уже полежали, уже совсем подсохли, ну прям сухие-присухие, уже можно в принципе пробовать. Но вот если брать не поджаренные семечки, то уже даже вкусно, вполне можно пощелкать. Хотя я не очень люблю щелкать семечки, но попробовать можно. Ну, еще немножечко поджарю, тогда будет окончательно ясно, что за это за сорт лакомка. А так, он нарастил большие головки, довольно урожайный сорт и вкусный. Естественно, самых лучших растений подсолнечников я собрал семечек на семена. Положил их в пакетик, они уже сухие совсем. Пакетик плотно закрывать не буду, так и будет храниться. Насыпал от души семян, чтобы был запас, и чтобы можно было бы и с друзьями поделиться. И теперь у меня и семян в запасе этого сорта. Вот такие семечки у подсолнечника лакомка. Крупные такие. Не очень черные, такие слегка сероватые. Плотные, налитые, не пустые. То есть зернышки очень хорошие. Можно сказать, что сорт лакомка, подсолнечник, показал себя хорошо. Урожайный, красивый и вкусный. Еще поджарю, думаю, будет еще вкуснее. Желаю всем хороших урожаев, всего самого доброго. До свидания.